Как мы уже сообщали, президент России Владимир Путин объявил о создании Министерства по развитию Северного Кавказа и предложил возглавить ведомство губернатору Красноярского края Льву Кузнецову. Кроме того, Путин назначил на должность полпреда в Северокавказском федеральном округе командующего объединенной группировкой внутренних войск МВД России на Северном Кавказе Сергея Меликова. Сегодня назначение прокомментировал глава республики Рамазан Абдулатипов. Президент начал определять в регионе приоритетного развития. Это Дальневосточный регион, это Крымский регион и теперь Северокавказский регион. И мне представляется, что вот эта новая модель, когда в таких регионах есть полномочные представительства и рядом будет работать Министерство по развитию, это может быть достаточно эффективной моделью. Для Северного Кавказа нужно все-таки постепенно уходить от силовых методов регулирования ситуации и к экономическим и культурным методам этой ситуации. Отсюда достаточно гармонично, наверное, будет сочетаться с одной стороны Сергей Алимович, который является очень опытным военным и добропорядочным гражданином, насколько я его знаю, да, и с другой стороны эффективный менеджер Лев Александрович Кузнецов. Я его тоже знаю, мы даже вместе учились в Москве на курсах и считается одним из эффективных губернаторов. Но при этом я хочу подчеркнуть, что достаточно большую роль на Северном Кавказе сыграл и Александр Геннадьевич Хлопонин, который застал Северный Кавказ совершенно в другом состоянии, чем это сегодня находится. То есть Северный Кавказ, когда пришел Хлопонин, был совершенно другим. И с точки зрения экономических перспектив, культурного взаимодействия, и с точки зрения интеграции самого региона и интеграции региона со всей Россией. Поэтому вот эта работа, которую заложил Хлопонин, совместно с руководителями субъектов Северо-Кавказского федерального округа, эту работу надо продолжить.